Этот флокс называется «Лунный камень». Выведен Киреевой достаточно уже давно, в прошлом веке. Размер цветка 4,5 сантиметра. Высота куста 70 сантиметров. В моем саду он обычно 50-60. Он никогда 70 не бывает. Срок цветения средний. Он сиренево-голубоватые, крупные цветки с большим белым центром. Мне его окраска вообще кажется какой-то уникальной, потому что много очень сиреневых флоксов. Но чтобы вот именно такой был, ведь он абсолютно не штрихованный, ведь очень много штрихованных, а здесь он как бы атласный. И вот как будто он состоит из двух кусков атласа. Один белый, а другой вот такой вот синевато-голубовато-сиреневатый. Очень красивый. По мере цветения оттенок меняется на слегка сероватый. Ну, в данном случае у меня оттенок меняется в холодный, все-таки в голубовато-синеватую гамму. Он мерцает в сумерках. У него характерная форма цветка с разделенным лепестком, то есть в центре такая выемочка есть. Это характеристика сорта. И слегка отогнутыми концами лепестка. Он оригинальный, запоминающийся. Один раз его увидишь, никогда ни с каким другим не перепутаешь. У него округлые соцветия не очень крупные. Сам по себе он такой коренастенький. В подвязке абсолютно не нуждается. Всегда стоит прекрасно. Даже если ливни, дожди и все остальное, он все это спокойно абсолютно выносит. Соцветия у него не крупные, но их всегда достаточно много. Куст разрастается хорошо и быстро. Устойчивый, ничем не болеет. В общем, замечательный, красивый флокс.